Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова фирма Петерсон, и я, Эдуард Петер. После вчерашних покатушек я попробовал это то, что я задумал, то есть я сделал 3D-дрон, и на фоне неба пока его вставил из тех картинок, которые мы вчера делали. Вот, посмотрите. В принципе, мне понравилось, что это все возможно, все это нормально. Я потом хочу сделать более красивый дрон и тогда уже использовать вот эти, скажем так, фотографии, которые мы делали как бы сверху. Они обязательно мне понадобятся. Вот. А сегодня у меня другой план. Оно действительно утро. Слышите, как птички поют? И даже пищат как-то. Ну, это не что иное, как подвешенный мой легендарный дрон, который не хотел со мной расставаться. И я сегодня решил его вот подвесить и пофотографировать на фоне сначала зелени. А потом мы с вами пойдем на второй этаж нашего дома. И там из окна, я думаю, тоже получится что-то снять. А для того, чтобы были хорошие отражения, я поставил сюда два отражателя, потому что впереди вы видите все темное. Он немножко дергается, даже мои вентиляторы, пропеллеры, но не хватает. Я не заряжал это давно-давно. Так, камера у меня стоит на штативе. И вот сейчас мы с вами сделаем первые снимки. Вот он у меня крутится на леске, что удобно. Я сейчас наснимаю его с разных ракурсов, а потом уже посмотрю, что мне наиболее симпатично. Так, ну теперь давайте зайдем на второй этаж и посмотрим, что здесь можно предпринять. Так, видим небо. Отлично. Я думаю, что здесь вот... Так, ну-ка, как она открывается. Да, чудесно. Там есть место, куда привязать, и тогда вот отсюда можно будет фотографировать. О, мы так и сделаем с вами. Так, дрон я подвесил, и, видите, можно было бы и снимать. Так, дрон мы с вами подвесили. И, как видите, можно было бы снимать, но обратите внимание, насколько темно здесь внутри. Оно-то светло человеческому глазу, а камере будет явно не хватать. Так, вот так я поснимал. Время от времени подносил эту штуку сюда, чтобы подсветить ее еще больше. Но, знаете, я сейчас хочу попробовать со вспышкой. Итак, я поставил на слайд. Взял свой боксик, потом здесь сделаю сейчас 1 и 2, мне кажется, 1 и 1 много, 24 зум. Так, штука. Можно снизу подсвечивать, сверху подсвечивать. То есть штука отличная. Сейчас продолжу серию. Ну вот, дорогие друзья, я сейчас просматриваю снятые кадры. Я вам скажу, что
Обе серии получились хорошо. Здесь у меня работал пенопласт, как бы более. А там я работал со вспышкой. Я вам скажу, что со вспышкой все-таки удобнее. Тем более, когда на нем на вспышке стоит софтбоксик, неважно, самодельный или фирменный, как у меня, то получаются довольно-таки хорошие, резкие и хорошо освещенные картинки. И сейчас я их обработаю. Там обработка будет заключаться только в том, что я уберу различные фирменные знаки на своем. Там на каждой батарее есть, на каждом двигателе этого дрона. Поэтому я сейчас быстренько это замажу и поставлю на сток. А с вами я попрощаюсь до вечера. Через час-два будут посиделки, и мы с вами еще там кое-что немножко поговорим. Всего доброго, пока.